сколько народу у нас сейчас подключится, сколько у нас не спящих и свободных, не работающих лентяев. Где дома я? Так, здрасте, здрасте. И вам тоже здрасте. Нихуя, красавчик, тоже на работе. Светло, но это за окошком, там просто солнышко, блядь, светит. Вот. У нас свободный график. Мы свободные люди, у нас свободный график. Да, чувак, я бодибилдер. Люди с работы придут. В принципе, да, вероятно. Самое большое, сколько я, получается, онлайн ловил, это было, когда я выходил где-то в районе 21-30. Вот. Солнце от лысины. Да, от лысины солнце отсвечивает, блестящая лысина у меня. Так, короче, собственно, про то, как прошла, привет. Это замечательная ночь после тренировки ног. Это был пиздец, что я могу вам сказать. Вот. Да и пиздец до сих пор продолжается, в общем-то. Я, блядь, ночью не знаю, сколько раз я вставал, но прежде чем я начал вставать, блядь, я, наверное, часа 2-3 лежал и боялся, блядь, пошевелиться. Потому что, блядь, мне судороги ебашили во все поверхности. Да, потом люди из зала рассосались, естественно. Вот. Ебашили, короче, судороги. Вот. Но потом вроде чуть-чуть подутихло. И, короче, начал я бегать в туалет писаться. Это гениально. Ёбнуть магний. И сразу все пройдет. Да, спасибо. Ну вот, короче. Писался я, писался. Потом вроде уснул. Ну как? Ну спал я не крепко, на самом деле, конечно. Блять, все равно просыпался. Просто так просыпался и все. То есть после ног нихуя нормального глубокого сна не получается, к сожалению. Вот. И в итоге весь сон, он куда-то, блядь, остается на самое утро, короче. Блядь, иди ты нахуй отсюда, ёпта. Вот. Остается куда-то на утро, короче. Ну и в итоге я где-то, наверное, с 8 утра только более-менее нормально уснул, поспал чуть-чуть. Потом встал, выпил изолята, поспал еще и встал совсем. Вот. Есть один маленький нюанс хуёвый, который заключается в том, что, блядь, после приседа постоянно болят колени. Вот я жму ногами, не болят, делаю гак приседания, не болят. Блядь, сделаю хорошо присед, блядь, болят колени, мать их. Ну, вот. Ну, короче, как-то так. Че, сегодня по плану должна быть спина, но скажу вам по правде, я нихуя еще после ног в себя не пришел. Я, конечно, очень хочу верить в то, что к вечеру я приду в себя. Ну что-то я нихуя в себя не прихожу. Вы меня извините, можно я на дебильные вопросы отвечать не буду, а я, блядь, или навстречу буду вам задавать, а где ты? Вот. Громче одень динамик, блядь, в динамик воткни этот микрофон, блядь, или что-то, наушник, и в ухо вставь себе. Вот. Ну, блядь, короче, заебали нахуй. Почему я так жестко баню людей? Потому что это залетные люди, которые, блядь, вообще не понимают, кто я, что я. Вот. И задают такие вопросы, на которые я уже не то что десятки раз ответы давал, сотни раз давал ответы. Вот. Поэтому я повторяю, что мне глубоко насрано, какой у меня онлайн, и я, блядь, терпеть не могу идиотов, блядь, которые задают какую-то, блядь, шлаковую хуйню, на которую уже просто нет ни сил отвечать, даже читать силы-то нету. Вот. Че я покушал? Да не хочу я ничего рассказывать, блядь. Кому надо, пусть смотрит трансляции в записи. Значит, что я сегодня покушал? Я сегодня скушал сколько? 5 целых яиц. Ну, таких больших. Курица, наверное, очень сильно тужилась, когда эти яйца рожала. Такие, блядь, основательные яйца, 5 штук. Вот. И пшеную кашу я скушал. Пол кастрюли примерно. Вот. Выпил 2 кружки зеленого чая.
Ну и как следует, блядь, навитаминился. Ну вы видели мою эту витаминицу, в которой у меня все таблеточки сложены, там всякие рыбий жир там от дочи, ну и все такое, вы понимаете, короче, да, о чем я говорю. Вот, короче, да. Что еще? Таблеточка оралтуринабола, таблеточка метандростенолона. Ну, скажу честно, метандростенолон только эту неделю, на следующей неделе его, естественно, уже не будет. Буду убирать его уже. Ну, это пока что я еще его подгружаю по чуть-чуть. Так, что еще? А, ну, поставил, естественно, гармошку после еды. Да и как-то и вот. Перед этим был изолят. Я думаю, что через часик... Да, реально, иди достигай. Вот. Ну и, короче говоря, передает тебе привет моя печень. Смотря какие гаки. Я делаю в прямом гаке, а не в гаке под углом. Уксустанонки, оксиметалонки, да. У меня 40 миллиграмм всего в день. Так. Ну, как бы, в общем-то, вот, только, сука, очень душно дома, короче. И... как это называется, бля, я уже весь потный. Поэтому чувствую, что сейчас придется мне мыться идти. Вот. Ну, это не страшно. А еще, короче, вы лентяи, вы мало меня лайкаете. Я узнал вчера, кто-то из вас пропизделся, что когда много лайков, короче, пользователь быстрее выходит на стартовую страницу Перископа. Так какого же хуя вы, маленькие ленивцы, так мало меня лайкаете? Вот вам пока не попросишь, вы не начинаете, блядь. Я вот говорю, лайкайте, вы начинаете лайкать. Я не говорю, вы думаете, дай пошел ты нахуй, не будем тебя лайкать. Ну как так жить с вами, блядь? А я должен быть на стартовой странице. Я же звезда, ебаный в рот. Ну че вы? Ну, Оля, к тебе вопросов нет. Сейчас каждый начнет, да я лайкал, да я тоже лайкал, да че ты? Это сейчас вы тыкаете пальчиком, до этого вы не тыкали. Зачем тебе? Будет много левых. Нет, не так. Левых будет много, но те, кому, блядь, будет интересно, останутся, будут слушать и вникать. А долбоебы будут себя проявлять, мы их будем банить. Таким образом, блядь, мы потихонечку увеличим концентрацию нормальных людей и просматриваемость моего Перископа. Вот. И будут покупать ГР. Не, ну тут конкретно в Перископе-то дело не в ГР. ГР, естественно, не через Перископ продается. Вот. Но, тем не менее, как бы, блядь, тем не менее, большой онлайн, это тоже хорошо. Зачем принимать метан и турик совместно? Ну, уж секреты своих схем я вам точно рассказывать, ребята, не буду. Вы услышали? Услышали, блядь, без пояснений. Оксиметалоников? Не, не помню, нихуя не помню. Кого там, блядь, что за серия, как это там серия называлась? Можно вопрос по поводу бана? Ну, почему нет, можно. Отличный вопрос про пельмени, очень оригинальный. Нет, про метан я совершенно не шучу. Почему, ребят? Странно. Нет. Консультирую в ВК, да. Расценки вы знаете. Кто не знает, пишите, напишу еще раз. Красивых фоток, но я боюсь, что я уже форму не буду свою выкладывать вам, потому что одно дело выкладывать форму межсезонье, другое дело, когда пошла подготовка, как бы немножечко другая история, поэтому привет. Она никуда не пропала, она есть. Ну, потом, да. Да, лифтер, мы не поссорились, у нас там свои рамсы. Почему я забанил пользователя, который задал вопрос про предтрен? Потому что не иначе, как вчера, до этого еще позавчера, до этого еще неделю назад, до этого еще, блядь, еще, я многократно объяснял свою позицию по поводу предтренов. Многократно, блядь, одно и то же повторял. Меня просто это уже заебало. Вот тебе и ответ, собственно.
Анастрозол сейчас нет, анастрозол чуть позже пойдет тоже, да. Пожалуйста. Я не знаю, что за качок. А что за Сулейман? Покажи трицуху. Насчет ГР писать мне. Как ты в угарке напишешь насчет ГР? Тебе угарка, что ли, ответит? Да я тоже лифтер подумал, блядь, не буду я нахуй. Что-то я не очень, блядь, эту штуку представляю себе. Слушай, да, ты уж выходи. Нет, нет, только что ответил на вопрос, говорю, боюсь. На руки, почему нет? У меня на руки все. И изоляция, и не изоляция. Все тупые вопросы задают. Можно говорить дальше, это точно, блядь. Сука, этот цвет просто нереальный вообще, конечно, пиздец. Да нет, не буду я переносить ее. Надо хуячить, а что делать? Просто реально по самочувствию чувствую еще, блядь, в себя не то, что не пришел, еще даже не начал приходить в себя. Я как будто в раю. Ну, конечно. Обязательно. Пережил, пережил. Так вот и я говорю, ну видишь, схема-то плывущая, поэтому у меня, блядь, что попадает, то и попадает. Блядь, тут нихуя не поделаешь с этим ничего. Сам в ахуе, если честно. Сам в ахуе. Никак. Тренд, с которого я танцевал, Дефкон, по-моему. После ног ноги такого не может быть. Да, скорее так. Вторая часть трени с Водяновым. Да там полная трени, куда еще вторая-то? Нет, два раза подряд нет. Это что за бред? Обязательно, Шавкун, обязательно. Вот уже чемоданы собираю. Да нет, нет. Не знаю, сколько консультация стоит, 3000 рублей. Я думаю, там ты узнаешь, сколько упражнений на грудь натуралу. У меня выходной. Выходной. Надо посчитать. Блять. Когда у меня выходной? Послезавтра. Никогда. Я тоже так считаю. Печалька. Я балдею от вашей наивности про просто так, просто пиздец. Прям от души. Детей люблю, конечно. Главное, чтобы они только меня не трогали.
Давай. Да, шавкун люблю. Главное, чтобы они были ко мне поближе. Я в рот такую, блядь, эту нихуя не видно. Ну отдохни. Дети подальше, деньги поближе. Блядь, истина. Ну здорово, хорошо. Видосы с магаза не будет. Чё за видос, с какого магаза? Нет, это мумия, блядь. Лиана ВКонтакте есть. Не знаю, куда она делась. Покупки жрачка. Да, чувак, тебе стало легче, когда ты узнал, что это сауна? Да там непонятная ситуация. Да мне и так хорошо, и так заебись. Ты за меня не переживай. Здорово. Правильно, иди поработай. Хоть кто-нибудь должен вообще в этой стране, блядь, экономику поднимать. А то и так весь Запад опередили. Давай еще сейчас Китай уделаем нахуй. Да, я немного напряженный после тренировки ног, да, что-то, блядь, до сих пор не расслабиться. Переработаем Китай, блядь, ага. Нет, плохо спал. Вообще я понял, что у трансляции есть лимит, короче, это где-то 20-30 минут. Потом вопросы начинают повторяться по кругу с вновь входящими пользователями, блин. Вот. Ну да, собственно, так я и говорил. Ладно, короче, пацаны, давайте потом зайду.